Хей, окей, с вами Мишемики, и мы продолжаем проходить игру под названием Time Spinner. Так, окей, в прошлой серии мы с вами все-таки вернулись, так сказать, в обычный мир, да, уже научились путешествовать, там, оказывается, нужно было сраный этап нажимать. Что меня сейчас интересует? Юзаем телепорт, там у нас, кажется, были врата. Вопрос такой, открылись ли они? Мы ж типа рыцарей спасли, да, все такое. О, да. Мост опустили. Отлично, значит. Так, это остановка времени. Мощная. Ух ты ж, ё-моё. Блин. Ёлки-палки. Кажись. Что-то пошло не так. В смысле, так осколки мне тоже наносят урон? Ладно. Так, броня. Броня, броня, броня. Так, это я мост поднял. Хорошо. Мне нужен сундучок. Сундучок, сундучок. Ах ты ж, ёлки-палки. Готово. Блин, мне... О, все время восстановил. Погнали обратно. Только мне еще нужно этот восстановить, хпшку. Шо, поехали. Готово. Так, максимум время я получил. Довольно неплохо. Ай, коцнулся. Бля, у меня выпала, короче, пломба. Поэтому це пизда, це больно. Отлично, 50 голдышки. Вот они опять, да, начинают? Гуляться. Ты шо, охерел? Тихо. Максимум хп. Так, здесь у нас обычный, да, спуск? Да, обычный спуск. Ага, и развилка. Либо низ, либо вверх. Давай поверху. Минус. Шлем. Отлично. Минус. Не, вот это потом я буду долго возвращаться обратно. Давай, давай, давай. Минус. Так, и у меня снова же развилочка идет. Блин. Нужно сохранялку быстрее искать где-то. Так, квик.
Так, шлем. Броня. Готово. Фамильяр у меня один только. Новый уровень. Письмена опять. Теперь, короче. Готово. Давай, 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 давай. Готов, готов, готов. Минус. Блин, а что мне теперь само обратно возвращаться как-то? Это будет долго, если я так буду обратно возвращаться. Там, скорее всего, была сохранялка. Ладно, пойдем тут дальше. А, не буду с ним драться, просто побегу. Так деф не забывать юзать. Его доджим просто на удар и бьем. Level up. Готово. Плюс соточка. Главное не сдохнуть. Броня. Вау! Так, сохранялка. Какая-то... Кастл, замок, короче, понятно. А что, стоя на стороны? Тоже какой-то проход. Секретных проходов тоже нету. О! Новая аура. Орбы. Айрон. Не, вот это тогда не подойдет мне. Fire. Огненные молотки. Сколько вы наносите? Ты чё? Довольно хорошо, плюс еще идет поджиг. Плюс идет поджиг. В принципе, можно вернуться с помощью этого телепорта туда немного обратно. Сохраниться плюс. Да, я думаю, нужно сходить сохраниться. А, не, ну это сохранялка долго идти. Я немного не туда пошел, походу. Давайте через эту. Не, ну в принципе, молотки нормальные. Типа поджигает, уничтожает. Так, в
все сохранились. Возвращаемся обратно. Прыгаем в телепорт и телепортируемся, где нижний еще есть проход. Но я хочу посмотреть, что тут. Это не тот или тот? Да, это оно. Так, сейчас пробежим, посмотрим. Так, здесь сразу нужно время останавливать. Чтобы не прибило. О, в смысле? Его не так сильно коцнуло. Да уж. Фух. Почти попал. Ах ты ж, ё-моё, тут сейв был. Прикиньте. И не убивает его. Level up. Можешь листву поставить. По молотке тоже хорошо, но... Блин, там мини-поджог идет. Ладно. Немного отхилился, зато еще узнал, что там. Плюс 50. Не, мне кажется, лучше карбам. Молотки поставить. Доги. Так, опять у меня развилочка идет. О, сейвик. Сейвик и закрыто. А картина меняется, вижу. Так, а что у нас с этой стороны? А с этой стороны у нас какой-то призрак. И спуск вниз. Но я думаю, лучше вверх пойду. Бац-бац. Готово. Минус. Убит. Готово. Не, ну так он, да, убивает. Довольно хорошо убивает. Воу-воу-воу-воу! Вот это нужно убивать моментально. Плохой-плохой челик. А главное, опасный. О, вижу розу. Которую не достать.
Ай-яй-яй, код с нуля. Не, ну он не успевает закастовать свою способность. Так, мне нужны арбы. Не, этот. Так, а что я тогда подобрал? Ладно, непонятно. Рефрешил. Рефрешер. Ты зараза. Мне бы не сдохнуть. Поэтому давайте пойдем, я, наверное, спущусь вниз до сейва. Level up. О, урон увеличен. Так, мне дали шапку теперь. Еще броня. Так, не-не, я до сейва сбегаю, потому что, во-первых, это сейв, во-вторых, мне все равно вниз идти по пути. Вниз по пути. Так, а теперь пойдем там, где призраки летают. О, нихера себе. Нихера себе. Ты быстроногая. Но он тоже не успевает закастоваться. Я успел убить. Готово. О, максимум хп дали. Так, еще какой-то путь. Ай, зараза. Попал. Камнюк попал. Так, это сокращение пути, да, открыл? Отлично. О, я сразу сохранюсь, я думаю. Можно сразу будет сейчас вниз, а ладно, потом уже на обратном пути, я думаю, сбегаем. Сундук. Фамильяр. Фамильяр. Так, дамаг 5. А ну-ка, как ты атакуешь? Давай, покажи мне. Ясно. Пускай дракончик лучше будет. Да ё-моё, как ты успеваешь атаковать меня? Так, и сейчас на другую сторону пойдем. Отлично. Так, дали бутылку маны. Готово. Level up. А что у нас вот там я еще вижу за проход? Просто так он не может быть. Значит, там где-то невидимая стена. Так, ладно, по прямой пробегу.
Так, максимум. Оп. О-о-о. Да, радиус этой штуковины большой. Так, сразу бежим на хил. Чтобы у меня эти сохранились вещи. А, точно, давайте я посмотрю, что мне по одежде дали. Ну, смотрите, ух ты. Так у меня 20-ка. Так у меня поднимется... Вил, я не знаю, дамаг увеличится очень хорошо. Ух ты, ё-моё. То, что у меня значительно дамаг увеличится, это отлично. Пока я что-то его не чувствую. А не, по 33. По 33 урона. Так, кстати, а где это я там не спрыгнул? Так, здесь я уже везде побывал. Здесь у нас вода, мне нужно научиться плавать. Нам только наверх. А смысл наверх? Смысл мне наверх? Смысл мне наверх идти. Опять, кажется, я застрял, да? Похоже на то, что да. Вот здесь есть проход наверх. Но как мне туда попасть? Здесь есть прощелина. Значит, там тоже что-то есть. Ай, ладно, давайте я сейчас путешествие во времени сделаю. Ну, то есть, зайду. О! Ты ж ё-моё. Ух ты, ух ты, ух ты. Ну, ладненько. Так, наверх есть проход. Сейф есть, отлично. Неужели босс? Да, врата с боссом. А, инкубс и суккуб. Суккубы. Давай, давай, давай. Вы боссы? Ах ты ж ё-моё. Так. С этим справились. Непонятный босс. Вау, 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 вау. Манать. Сложно, сложно. Все. Фух. На самом деле, какой-то босс очень хпшный.
Так, мне порошок времени вернули. О, нихера себе. Я теперь могу юзать двойной прыжок. А это я знаю, куда можно воспользоваться. И где бы им воспользоваться, я знаю. Да. Это там, где мы были с вами. Там, где мы были с вами в этом. А ну здесь можно? Можно. Ты ж ё-моё. Так, максимум путешествия во времени. Жопа, не враги. Не, ну огонь его, конечно, поджаривает там значительно. Типа я мог либо меч поставить, либо вот эту хер. Так. Что у нас с той стороны? Тоже дорога какая-то. Давайте сначала в эту сторону, а потом в ту пойдем. Странные врата. Закрытые. Значит, в ту сторону пойдем. Еще нужно будет вернуться в другое место, там, где в самом начале. Так, мне нужно вернуться сюда, короче. Блин, не телепортнуться. И там еще что-то сделать. Royal Tower. Ну, давайте, я думаю, Royal Tower потом, да, сходим. Либо пойдемте, ладно, у нас все равно пока еще время есть. Либо можем остановиться здесь и в следующей серии здесь и продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока.